всем привет. Вот я пользуюсь таким костюмом. Очень хороший костюм. Что он имеет? Он просвечивается и продувается насквозь. Если так подуешь, то продувается насквозь. Что он имеет? Сеточка. Меленькая сеточка, один слой. Вот такая вот. С одной стороны. А еще мельче сеточка. С другой стороны такая меленькая-меленькая. Вот. А по центру идет квадратная сеточка по центру, видите? То есть она для крепости по центру, а мелкая сеточка для вентиляции. Чем удобный этот костюм? Это не просто материя, он очень удобный, когда бывает холодно, и смотришь пчел, ну злущие такие, нападают до потери пульса. Можно одеть его и в жару, даже снять можно эту рубашку, на голое тело одевается. И очень удобно, потому что не потеешь. Вот. И здесь оно на зипере так вот закрывается. И резиночка есть тут. Вот видите, очень удобно. То есть, если надо вам плотно зажать, вы зажимаете плотно и ставите так вот. И никакая пчела не пролазит сюда. Это то же самое на эту руку. Вот. Что еще здесь есть? Есть вот эта вот штучка. Замочек, зипер этот. Вставляется легко и удобно. Тянется вверх. Вот, опять же, низ тоже на резиночке. Вот, видите, зажимается очень хорошо. И здесь вот так берешь. И, сейчас она захватила чуть-чуть эту. И вот он легко закрывается так, как вы хотите. Вот, до самого верха. Здесь то же самое. Все плотненько закрывается. Сзади тоже одевается. Можно стирать, моя жена стирала. Вот так это... Тут зиппер тоже на всю катушку можно открыть, снять этот капюшон, если надо. Можно закрыть. Чем хороший этот капюшон? Вот. До лица не достает сетка. Здесь можно еще какую-нибудь панамочку одеть, шапочку, чтобы она вас это плотно до головы не касалась. И все. В крайнем случае вы можете и здесь он закрывается окончательно. То есть со всех сторон вы запечатываетесь. И с этой стороны то же самое. Замочек затягиваете и закрываете. Ну, я обычно накидываю только наверх, если смотрю. Вот так вот скинул. Надо мне посмотреть. Я посмотрел рамки. Вот, поставил. Если пчела какая-то сильно там завозмущалась, очень легко, не надо шляпу бегать искать. Накинул, все, продолжаешь дальше смотреть. Весьма удобный костюмчик. Ну, правда, он был немножко дороговато. Но это сынок мне сделал за $150. Он может быть и дешевше, потому что... На eBay покупал, там разная цена выставляют. Вот, то есть вы можете посмотреть такие костюмы. Там снизу у меня есть на линк, вот, где можно купить. Если есть желание купить, купите, посмотрите, оно будет намного дешевле стоить. В общем, такая штучка, очень удобно, не прокусывают. Гарантия 100%. Можно поставить себе перчатки сюда и будете иметь успех. Так сказать, ну, естественно, никто не любит, когда пчелы кусают его. Вот. Загрязнился, снимается очень удобно, легко, быстро. Скинули его и пошли. Очень удобный, легкий, продувной. Особенно, когда жара, это очень тяжело, пчеловоды знают, работаешь весь мокрый. И это тяжелый труд пчеловодов. Итак, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите снизу там, где можно кликнуть и посмотреть, какими вещами я пользуюсь. Удачи!